Друзья мои, всем привет! Собрал я сегодня вот такую вундервафлю от компании МЗБО. Перегоняю виноградный спирт-сырец, который получал из концентрированного сока. Полноценное видео в скорости выйдет на моем канале. Сейчас в данный момент идет разгон. Индукционная плита работает на полную мощность. В царгу, в нижнюю, которая 30 сантиметров, я поставил два медных пыжа. Вторая царга пустая, она здесь стоит лишь только для личного удобства. Далее переходник, стеклянная царга и медный двухконтурный димрод. С этой стороны вход воды подключен через тройник на спираль. С обратной стороны выход воды подключен на тройник с прямой ветки. Сейчас выйдем на рабочую мощность и будем отбирать головешки. Далее отберем ароматное тело. Я думаю, что тело будет ароматное, потому что спирт-сырец реально очень-очень ароматный. Я его даже пробовал, он даже вкусный. Так, по параметрам, что у нас залито? 13 литров спирта сырца, 28 по спирту было, но я разбавил его до 25. Абсолютный спирт 3640 миллилитров. Отбирать буду голов, я так полагаю, 10% не менее, но, как всегда, ориентироваться буду на запах, потому что здесь бывает очень трудно сказать. Сахара-то здесь нет, здесь чистый концентрат был, разбавленный водой, и хорошие винные дрожжи. Так что посмотрим, что из этого всего получится. Кто не смотрел видео, как я ставил брагу и перегонял ее, ссылочку оставлю в описании. Также в скорости выйдет полноценный видеоролик к подробному перегону по вот этому с дегустацией. Где-то, наверное, через пару деньков, я так думаю, опубликую его. Там уже поговорим вообще конкретно о этом концентрате, который мне присылали от домашней мануфактуры, понравился или нет. Поговорим о вундервафле. Этот аппарат я называю вундервафля. Ну, похож он такой на супероружие. Так, что еще? Да, в принципе, ничего. Да, еще потом хочу показать вам, как калибровать вот эти стеклянные царги большие, ну, со шпильками. И вот эти вот диоптры. Вчера я их все откалибровал под ноль. Потому что бывает, что они с какой-то стороны немного завалены, в общем, перетянутые в одну сторону. И если собирать высокую колонну, то она получается заваленная. Вот. Покажу, как откалибровать, кто не знает, это достаточно просто. Все, друзья, я продолжаю перегон, а вы ждите полноценный видеоролик. Всем пока-пока! Кто-то из подписчиков меня спрашивал по поводу сборки трехдюймового аппарата для перегона каких-то ароматных дистиллятов. Фрукты, ягоды, зерно. Вот, пожалуйста, вот она сборка. Все прекрасно. Вместо медного димрота может быть у вас все, что угодно. Вон, видите, у меня там стоит димрот из нержавейки. Пожалуйста, ставьте. Ради бога. Это не возбраняется. В данный момент идет отбор голов. Обычный прямоток. Все работает как часы. Все чудесно. Любые ароматные дистилляты можно перегонять. Нет никаких проблем совершенно. Так-то оно все по желанию, пожалуйста. Кто хочет, может прикупить себе медные тарелки колпачковые. Вот у меня они есть, я себе купил.
Можете шлем прикупить, конус для ароматных. Пожалуйста, нет никаких препятствий. Здесь можете собрать все, что душе угодно. Вот. Но и в таком варианте, если не хотите заморачиваться там с тарелками, со шлемами, в таком варианте прекрасные дистилляты получаются. Не раз уже я показывал, не раз пробовал. Замечательный домашний вискарик выходит. Все, обычная вот труба. Вискарик замечательный. Потом та же самая чача в бренде. Тоже все выходит очень достойно. Если ну, у кого есть, так сказать, желание и есть возможности, да, можно сделать аламбик 21 века, я вот это называю. Это установить шлем, установить конус. Вот, это будет более, так сказать, аутентичный такой уже самогонный аппарат, более аутентичный напиток. Но я уверен, что при слепой дегустации поставь вам стакан с дистиллятом вот с такой сборки, колонный стакан с дистиллятом со сборки Аламбик 21 века, вы при слепой дегустации не поймете, где, что и откуда. Это вряд ли. Это могут понять только, ну, наверное, какие-то люди очень уж искушенные в этом. А так, бесполезно, не поймешь. Так что не хотите парить себе голову разными шлемофонами и тарелками. Вот такая вам сборочка, и все чудесно работает. Друзья, все, ждите мой следующий полноценный ролик по вот этому перегону. В данный момент у меня пока что головешки отбираются. Полноценный ролик выйдет через несколько дней, и там уже будем все обсуждать в комментариях.